Ночью 17 сентября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в продовольственном магазине «Кэш энд Кэрри» по улице Кантемирова, 17, города Благовещенска. Пожарные подразделения к месту происшествия выехали своевременно. На месте происшествия работали инспектора, дознаватели городского отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Амурской области, сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции города Благовещенска. Был произведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы происшествия, участники тушения пожара. Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе поджог. В результате пожара огнем была повреждена кровля помещения по всей площади, 80 квадратных метров внутри подсобных помещений магазина. Продуктами горения закопчены торговые помещения магазина.